С возвращением или добро пожаловать на канал DD Players 813. С вами Данил, моя жена. Даша. И, конечно, простите, что мы так немножко затянули прохождение Ace Combat X, но пора его уже завершать. Остается нам немного. Сегодня мы с Дашкой идем на освобождение столицы Гризволл. Или? Никаких или. Потому что если я сейчас пойду на Гризволл, вот эта миссия будет недоступна, и у нас останется пробел. А ты же не любишь пробелы? Так? Так что нам придется разобраться с Каланой. Блин. Да. Сачана есть, Калана осталась. Это то подразделение, которое пыталось устроить химическую атаку. Ну, подразделение Гамлет. We've obtained intelligence that Lazeth forces on the Kalana steps are increasing by the hour. With the Sachana airbase in our hands, however, так что сейчас они будут пытаться от нас уезжать, а мы будем должны их громить. Все всем ясно. Тебе все ясно? Угу. О, кстати, товарищ Спитфайр, если ты это смотришь, если тебе будет интересно, мы можем как-нибудь записать прохождение Ace Combat X во вьетнамском стиле. Ну, он будет записывать. Он. Да, я буду записывать. Отдельно. Я здесь буду ни при чем. Да, вот, то, вот, пожалуйста, у нас есть. Американский F5. Есть. Да? Северо... Так, стоп. Вот, северо-вьетнамский МиГ-21. Ладно, что-то понятно. Давай уже приступай к прохождению. Да сейчас. Че выбрать, только не знаю. Так, нам нужно что-то против наземных целей, чтобы нам подошло. Я сейчас тебе ткну. За что? Не надо, я просто... Вот, давай, Гриппена возьмем. Чё ты... Шведский истребитель, Гриппен. Правда, оружие у него что-то не очень. Не люблю я эти у него неуправляемые ракеты. Ладно, давай, Lightning F-35, все. Все, теперь точно. 100%? 100%. Определился? Да, F-35, все, я беру F-35, так тому и быть. Да. Хотя надо было, наверное, взять МиГ-29. Ну-ка, давай, выходим. Шутка. Хорош мне бить. Нет. Так, ага. Все, наша цель тут, короче, за 8 минут набрать 4000 очков суммарно. Вот и вся наша цель. То есть, с одной стороны, просто... А с другой, главное за эти 4 минуты саму не помереть. Вот и все. А почему за 4 минуты? Если время 7 минут. Оф, за 8 минут, так сказать, да. 4, я просто перепутал 4000 тоже очков. Вот такая фигня. Так, антенна. Так, где эти колонны с техникой? Там есть... Одна прикольная штучка называется грузовик с топливом. Чем? Бахаем его, и все колонны хана. Хлобысь. Ух ты. Все, никого нет. Они все сдохли. Никого нет вообще. Все. Так, где еще у нас есть какой-нибудь конвой? Я хочу тоже кого-нибудь взорвать. Так, тут, походу, нет топливного грузовика. А вот тут есть. Ну, вообще, вот, это задание тоже мне относится к нелюбимым. Я оказался здесь из-за тебя. Из-за того, что ты тогда выбрала мне миссию так неудачно. А что тебя тут нелюбимое это? Не люблю я, потому что я их, бывает, успеваю уничтожить все разом. Так сказать. И потом начинаю просто ждать всех. Оставшиеся пару минут. Да. Там... Придется подождать. Что-то. Они там периодически появляются, там маленькие там группы истребителей. Но мне же надо их валить пачками. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Миссия трудная была, миссия простая. Все. Ладно, ладно, считай, отмазалась. Считай, отмазалась, окей. Хорошо, так думаю. Вначале я бы хорошо поработал, а сейчас... Расслабляешься. Ну да. Посмотрим еще, как пройдет следующий эпизод.
попал. Жаль. То есть вот что-то, по сути дела, мы уже 4000 набили. Понимаешь? Ну набивай дальше. Будем набивать дальше. Особенно буду вот этих вот гадов кружить. Ох! Я немножко очканул сейчас. Не, ну вроде если сталкиваться с такими самолетами, то как это, не опасно. А вот если с большими какими-то транспортным самолетом, бомбардировщиком, то да, там кранты. Ну что вы хотели, аркадный металл. Хотите симулятор, купите Digital Flight Simulator. Правда, там, что называется, заколебетесь кнопки нажимать, чтобы произвести только взлет. Ну, образно говоря. Хотя я не отрицаю, мне нравятся симуляторы. Но в них нужно залипать надолго. То есть в них, что называется, процесс обучения только может занять целый месяц. Вполне причем. Все взорвалось. Угу. Так я ж опять этот топливный подбил. Угу. Как это? Хорошо все-таки владеть английским языком, потому что ты знаешь, что fuel truck это грузовик с топливом. Поэтому ты и не теряешься. Ты что, спать собралась у меня там? Нет, я смотрю. Я просто поудобнее села. Поудобнее я оперлась мне на спину вообще. Молодец, молодец. Да. Ах, поругался бы, да не буду. Не надо на меня ругаться. Буду. Когда-нибудь. Ай, глазик. Да ухо, я говорю, глазик, а не ухо. Я тебя отвлекаю от глаза. А, типа как Майор Пейн. Подумай о другой боли, да? Да. Так и живем, ребят, так и живем. Семейная жизнь, вроде все хорошо, но иногда хочется прибить. Чуть-чуть. Его. Спасибо, вот как раз я сказала его, в меня ракета влепилась. Провалить что ли это задание? А, сейчас. Будешь один записывать дальше. Не, я свяжу и буду издеваться. Нет. Не посмеешь. Ладно, я у тебя только чай твой стырю. А там его и нет почти. Офигеть. Ты что, Желян, вообще допила? Так, пока лечу к другой цели. Реально. Она весь чай выкачала бы, на? Это у тебя полная кружка чая. Ну да. А, блин, у меня наземных ракет не осталось. Сучка. Да вашу ж мать. Это ракеты тут неудачно вокруг меня пошли. Не надо так. Чё? Ты чё, ракеты. Блин, ты серьезно? Ты сейчас слышишь пищащий звук, и ты опять спрашиваешь, что это такое? Я тебя спрашиваю не насчет пищащего звука. А насчет чего? Я не поняла, что ты там ругаешься просто. Вот и все. Вот ладно, я и спрашиваю, ладно. Что? Ладно, окей. А то я просто думал, ты как бы из Combat 7, что опять слышишь пищащий звук, и типа, а что это такое? Знаешь, я не забуду это никогда, ты понимаешь? Все. Это кранты, это насовсем теперь. Серьезно. Понимаешь? Нет. А зря. Ребят, если вы не смотрели, посмотрите самую первую серию прохождения нашего Ace Combat 7. Там просто бомбардировщик Даня. Это точно. Даня просто бомбил, как Ту-95. Да блин. Хорош мне заливать ракетами своими, а? Чертяки, остановитесь. Так взрывай их. Так взрывай, мне надо было, чтобы ракеты перезарядились. У тебя пулемет есть. Рискованно. Рискованно. Почему? Потому что пока я буду наводиться для пулемета, они могут в меня прицелиться и удачно попасть. И тогда мы точно с тобой будем перепроходить этот треклятый эпизод, ты понимаешь это? Ты будешь перепроходить. К сожалению, да. Так, ну как, давай-ка полетим к дальней-дальней цели. Там, по-моему, у нас цель со звездочкой. Так, ну вроде за 40 секунд должны успеть перелететь. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ай-яй-яй. Давай разгоняйся. Прям не дать не взять какие-то пальмиры сирийские.
тебя в какой-нибудь русский штурмовичок. Прям, ух! Если такой самолет летит, нравишься. Летят, летят. Боже, 10 секунд, успею ли я? Давай. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Все, я спокоен. А за что? Просто. Можно выпить чайку наконец. Кстати, как кружечка? Т-72. Дай повыпендриваться. Ты не ценишь, так хоть больше зрителя ценит. Ладно, шутка. О, не то немножко нажал. Ну да ладно. Все в порядке. Все в порядке. Итак, мы не дали наземным частям проникнуть в Санта-Эльву и снова устроить теракт. Но, по сути дела, в прошлой серии мы дали им это сделать. Ну, точнее, она дала это сделать. Она выбрала такой маршрут, что мы допустили, что в Санта-Эльву попытались пройти люди с химоружием. Она выбрала такой маршрут. Зараза такая. Да. Ты сам сказал. Выбирай. Ну, я надеялся, что ты выберешь нормальный ход событий. Кто же знал, что ты вот так сделаешь? Ну, кто? Ты. Нет, я не мог это знать. Мог. Все. Идем на Гризвол. Идем на столицу. Our mission is the liberation of Griswold. I'll explain the details. Чё ты? Griswold is protected by the Atlas Ring power. Устала? А, у Дашки был тяжелый рабочий день, да у меня, в принципе, тоже вчера был. Только я сутками работал. Ну да. Короче, прикол сейчас в чём? Вот из-за того, что ты выбрала всякие такие маршруты, они как бы часть своего супероружия доставили в столицу. И? Это мезонная пушка. Какая мезонная? Мезонная пушка. Это ж что такое, скажите по-русски? Я ничего не понимаю. Это, образно говоря, леосатовская вундервафля. Больших размеров. Не удивлен. О! Возьму-ка я тебя. Выбираю тебя. Так. А давай вот так сделаем. Выберем бомбочку. Кстати, камуфляж из самой первой части. Самой первой. Че? Она офигела. Да. Как бы ляпнул, да не могу. Вот, сейчас все увидишь. Все, типа ребята уже воодушевлены, что все, мы уже рядом с башней Гаюса. Рядом со столицей. Один, короче, не выдержал. Давайте, блин, пойдем освобождать уже побыстрее. Ну, в итоге парень поторопился. Да. Пацана сожгли. И что-то такое сейчас? Серьезно, пас не дается на эту миссию? Ну да. Ты что, последняя миссия, что ли? Не знаю. Ну, вдруг, образно говоря, ты бы взялась за прохождение игры. Да шучу я, шучу. Не ты. А всякие, допустим, горе-стримеры по Ace Combat. Я тебе рассказывал, как наткнулся на один канал, где человек в буквальном смысле в течение часа только проходил первую миссию. При этом у него управление было настроено на новичка. Девушка, ты говорил. Да. А при этом мне очень не понравилось ее это высказывание. Ну, Ace Combat я слышал, это типа как колда про самолеты. Колда, блин. Это было просто, ребята, обидно. То есть самобытную, уникальную в своем роде игру сравнили с колдой. Класс.
Вообще. Ай. Нет, ничего не имею против колды. Например, мне очень понравился Cold War. Но после просмотра последних частей я прям расстроен. Очень. По-страшно. Вот сейчас, кстати, момент был красивый, когда все три луча пересеклись. Мне прям понравилось. Так, 5 пушек нам осталось, без времени. Не надо так. Все, понял. Больше не выпендривайся. Ага, я сам себе это верю. Чтобы я это не выпендривался. Ты понял, что сказала? Угу. Я понял, что ничего не понял. Сейчас у них должны прибить, по-моему, подкрепление, если не ошибаюсь. Еще и подкрепление. Ага. Чтобы все было так просто, я их понимаю. Тем более на миссиях, которые уже близки к финалу. Я их умоляю. Я уж хочу поскорее, чтобы был финал. Зачем? Ты хочешь увидеть Фенрира? Я оговорился, походу. Что это такое? Это Фенрир. Это, скажем так, еще одна вундервафля будет. Для осатовски. Тебе это много говорит? Ничегошеньки. Понятно. Нифига не понятно, но очень интересно, да? Я промазал. Че Нет, честно, я тут проморгал, честно скажу. Честно, я тут просто проморгал. Ладно, задание на звездочку выполнили. Отступающий вертолет сбит. Все. Теперь это точно, если не ошибаюсь, последний ладно. Да, это должно последний ладно. Сейчас мы взорвем и всех нафиг. Ну и куда этот меня увернулся, дед? Он не хочет, чтобы ты его сбивал. Соответственно, не хочет, чтобы ты после рабочего дня пошла отдохнула. Видимо, да. Все понял. Слышь, хорош издеваться над женой. А то она надо много издеваться. Да. А продолжение Project Wingman, оно уже на подходе. Там мне адский штурман такого замутит, что, блин, страшно будет. Очень. Ну все, не повторяй, очень. Все уже поняли, что очень. Особенно я понял. Мне уже это страшно. Серьезно. Ты-то можешь, я знаю. Я да. Вот. А если там еще и сюжетно все это будет выглядеть жутковато. О, блин. Все, пиши пропало. Стелс проклятый. Вот гад, ушел из зоны видимости, теперь я его найти не могу. Блин, вот ты где, сволочь. Типа, короче, он на радаре появляется только тогда, когда он в твоей зоне видимости. Нифига себе. Ну, типа, тут так реализован технология стелса. Согласен, адекватно, но мы его сделали. Наконец-то! Все. Типа, мы реально сделали. Все.
Мы освободили столицу, ура! Так, все, все отлично. Мы красавчики. Но, к сожалению, на этом дело-то не закончено. Я тебя расстрою. Но на этой серии все закончено, ты не переживай. Ура! Ура! Собери в себе силы. Нам еще попрощаться надо с людьми. Ладно, иди, спи. Короче, зачем? Территория Аурелии официально освобождена, но Леосадовский генерал Диего Гаспара Наварро сдреснул. Но это все будет рассказано в следующей серии, что там происходит. Потому что нас ждут финальные ролики. И нас ждут финальные 3 миссии. И я думаю, следующую серию мы оформим уже как финал. Прохождение Ace Combat X Skies of Deception. Сейчас, ребята, надеюсь, конечно, вам серия понравилась. Не обращайте внимания на то, что это у меня уже тут слаба, как не знаю кто. Но не хватило ей что-то сегодня сил. Что-то прям у нее вообще был утомительный рабочий день. Но наша семейка попробует и дальше вас радовать приятными видосами с нашей добротной семейной атмосферой. А вы, в свою очередь, не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии и делиться с друзьями. Все верно. С вами были Данил, моя жена. Даша. Канал Dead Players 813. Всем пока. Пока-пока.